Irina Saed este medic ucrainian imagist de peste 25 de ani cu experiență în Ucraina. A venit în România, s-a refugiat aici din cauza războiului, iar în acest moment este foarte complicat pentru medicii ucrainieni să profeseze ca medici, deoarece sunt multe proceduri birocratice pentru a profesa legal pentru medicii care vin din alte state din afara Uniunii Europene. Deocamdată Irina este voluntar în cadrul echipei medicale mobile a Fundației Inovații Sociale Regina Maria și a vizitat centrele de refugiați unde i-a întâlnit pe compatrioții săi cărora vrea să le dea o mână de ajutor. De câți ani profesați ca medic în Ucraina și ce presupune această specialitate de imagistică? В этом году уже будет 30 лет, как я закончила медицинский университет одесский, и 25 лет из них я работаю врачом ультразвука. Для меня это самая любимая профессия, потому что она позволяет диагностировать очень многие проблемы. Это связь с многими специалистами узкими, это хирурги, это гинекологи, это терапевты, это травматологи, это онкологи. Эта специальность позволяет видеть все изнутри, при наличии хорошего аппарата, конечно, и опыта. И плюс заставляет, наверное, в хорошем плане постоянно развиваться и идти в ногу со временем. Ce presupune specialitatea de imagistică mai concret, ce anume faceți, în condițiile în care în România un medic radiolog imagist, așa se numește specialitatea, poate să facă CT, RMN, ecografii, ecografii de tiroidă, de părți moi, de vase, eco pentru sarcină, eco de șold, multe alte specialități. Pe care din toate acestea le acoperă în Ucraina medicul de imagistică? Но у нас есть все-таки разделение этой специализации, то есть врач МРТ и КТ – это как бы одна специальность, обучение, естественно, одно, и курсы повышения, но обычные люди, они занимаются как бы узкой специализацией. У врачей ультразвука – это другое направление, и у нас есть такое положение, что беременных смотрит обязательно это врач-гинеколог, есть определенные разрешающие документы, которые позволяют врачу смотреть беременных женщин. И я понимаю, почему это правильно, потому что во время беременности встречается очень много нюансов, особенностей, пороков, тонкостей, которые нужно учитывать. То есть там малейшие детали могут повлиять на рождение здорового или нездорового ребенка и тем самым прогнозировать рождение таких вот деток. Cu alte cuvinte, faceți ecografii la copii și la adulți și înțeleg că ați lucrat și în privat și, și la spital de stat. Да, я, учитывая, наверное, мой большой опыт, уже могу смотреть и детей, и взрослых. И должна сказать, что зарплаты, наверное, к сожалению, в Украине у врачей недостаточно высокие пока еще. И поэтому для того, чтобы поддерживать достойный уровень, нужно в данном случае, многие коллеги так работают и в государственных структурах, и в частных структурах. Sunteți voluntar al echipei medicale mobile Fundației Inovații Sociale Regina Maria, ați vizitat centrele pentru refugiați și ați întâlnit acolo compatrioți de ai dumneavoastră. Ați vrea să profesați ca medic în România? Dacă vi s-ar face o ofertă de către fundație, ați accepta oferta lor? Da, я бы с удовольствием согласилась, потому что мне понравилась и база конкретно этой клиники. Я имела удовольствие и честь быть в некоторых кабинетах, работать со специалистами и отметила очень коммуникабельную, теплую обстановку среди коллег. Несколько дней я проводила там, отметила, что очень хорошая обстановка, хороший контакт врачей с пациентами. И с теми врачами, с которыми я работала, я видела, что пациенты уходили очень довольны. Это важно.
De ce fel de servicii medicale credeți că au nevoie refugiații ucrainieni? Посетив многие центры, которые расположены возле Бухареста и в Бухаресте, я видела необходимость в том, что люди, ну, видимо, на нервной почве очень много сейчас вирусных, катаральных изменений, то есть много детей болеет, к сожалению, этими заболеваниями. И самый главный пусковой элемент для многих заболеваний – это стресс. То есть у более пожилых пациентов это гипертония, это обостряются и хронические заболевания. То есть обследование, помощь медикаментами в том, что вот делает эта мобильная команда Реджина Мария. И, естественно, ну, как прежде всего, как говорят, не только в Украине, наверное, доктор лечит словом. То есть это слова поддержки, слова надежды и веры, что все это закончится и все будет хорошо. Это тоже очень важно. Dacă ar fi să profesați ca medic în România, cum i-ați putea ajuta pe refugiații ucraineni, având în vedere că pentru ei o barieră importantă este limba în momentul de față în ceea ce privește relația cu medicii din România? Нет, ну, конечно, так это и происходит на деле, потому что, когда мы приходим в центр, я понимаю, что, естественно, знание языка, знание, ну, традиции, понимая передо мной пациенты, мне проще и легче объяснить ситуацию, чтобы пришла команда мобильная. Однозначно сначала они, допустим, говорят, что у нас вроде бы ничего не болит, все хорошо, но в конце дня мы видим целые очереди под кабинетом, когда один, два, три человека пришел, рассказал свои жалобы, получил квалифицированную помощь этой команды, получил препараты. Там же было сделано тоже УЗИ, обследование, которое многие, ну, по разным причинам не успели сделать или захотели сделать. Конечно, я считаю, что это большая помощь. Aveți diploma de absolvire a facultății și alte acte doveditoare pentru profesia dumneavoastră, astfel încât, dacă rămâneți să munciți în România, să puteți să le depuneți la autorități în vederea obținerii dreptului de liberă practică? Ну да, я взяла, конечно, основные документы с собой. То есть я не брала, естественно, багаж вещей, всех остальных ненужных вещей, но документы со мной есть, да. Ce veți face pe viitor? Veți rămâne în România? Vreți să profesați aici ca medic? Vă gândiți la asta? Și dacă mai aveți și alți colegi medici ucraineni care sunt în România, sunt în aceeași situație și vor și ei să profeseze? Ну, я, в общем-то, конечно, не могу загадывать очень далеко. Хотелось бы, честно сказать, что все это побыстрее закончилось, и все-таки я, моя семья и многие те, которые находятся, вернулись домой. Но если сложится по-другому, в общем-то, я бы хотела остаться здесь и приносить помощь румынскому народу, тем украинцам, которые здесь останутся, потому что, ну, я считаю, что лучше действовать, лучше приносить пользу, просто сидеть, чем просто сидеть и пассивно чего-то ждать. Dar medici care au plecat în alte țări, în Marea Britanie, în Germania, în Polonia și care profesează acolo, cum au reușit să își echivaleze documentele și să profeseze? Aveți detalii? Ну, я знаю многих моих коллег, которые пока в процессе оформления документов. Это так называемый статус временной защиты, который, документ, который был создан под военные действия во всех странах Европы, в том числе Германии, ну, во всех Бельгии, да, в Румынии, насколько я знаю, он пока еще в процессе разработки. То есть тот документ, который позволяет легально находиться в стране, возможность учиться детям и возможность, ну, работать по возможности, конечно. Вот. Многие мои коллеги как раз в процессе занимаются разработкой вот этих документов, которые им позволят легально работать и находиться в странах ЕС. Cât câștigă un medic ucrainean în sistemul de stat și în sistemul privat? Ну, в принципе, в государственных такая система, что действительно зарплаты не очень высокие, поэтому доктора обычно, ну, вынуждены где-то еще работать в частной практике. Те, которые востребованы доктора, те, которые владеют хорошими знаниями, владеют определенными методами диагностики, ну, для того, чтобы быть на достойном уровне.
Ce venit aveți în momentul de față? Pentru că majoritatea refugiaților ucraineni n-au venit cu foarte mulți bani, banii se termină și atunci automat fiecare se gândește cum să câștige un ban pentru a putea trăi. În ce situație vă aflați? Ну, у меня лично нет возможности, я работаю волонтером, как бы это, ну, совершенно добровольное начало, и это больше зов моего сердца и мой активный характер. Конечно, я не могу здесь зарабатывать, к сожалению, ничего, и не могу обеспечивать на сегодняшний день свою семью. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această profesie, medicina, dincolo de faptul că asigură traiul zilnic? Ну, врач – это для меня вся жизнь. Это самая большая, наверное, любовь в моей жизни. Я очень люблю свою работу. Эту любовь я передала своим детям. Они тоже мечтают стать докторами. Я очень люблю жизнь, очень люблю людей. И мое жизнелюбие, оно часто передается моим пациентам. В Одессе у меня очень много пациентов. И вот даже уже 2 месяца войны, но многие звонят сюда и спрашивают, когда можно получить консультацию, когда мы начнем работать. То есть, ну, я считаю, просто желание отдавать добро, лечить людей не только методами диагностики, но словом, это очень важно. Я от этого получаю большое удовольствие. Dacă statul român ar rezolva într-un fel problema dreptului la muncă, cel puțin pentru cadrele medicale din Ucraina, credeți că mai mulți refugiați, medici, asistenți medicali ar rămâne o perioadă în România să profeseze în condițiile în care și în sistemul nostru de sănătate există deficit de cadre medicale? Ну, я думаю, да, потому что, как я поняла из этого времени, которое я пребываю здесь, менталитет румынского народа очень похож на менталитет украинцев. То есть это доброжелательность, это открытость, это общительность, это желание помочь. Поэтому вот эти вот моменты, они стирают какие-то грани и позволяют себя, ну, я не могу сказать, что совсем чувствовать как дома, но хотя бы приближенно, да, что ты находишься дома, среди своих людей, которые тебя понимают.